Здравствуйте, я Антонио Сантено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня, господа, я собираюсь дать вам совет, который вы можете использовать, чтобы удвоить свои шансы на то, что она ответит «да», когда вы спросите ее номер телефона. И я знаю, некоторые из вас мужчины одиноки. Вы пытаетесь встретить ту самую и играете в игру. И было бы здорово, если вы сможете сделать одну вещь, которая удвоит ваши шансы получить ее номер телефона, когда вы подойдете к ней и заговорите. И, ребята, совет основан на исследованиях 2012 года. Он был выполнен во Франции и опубликован в журнале экологической психологии. Знаете этих французов? Они всегда придумывают способы использовать ароматы в своих интересах. И я все проясню. Ароматы – это секретное оружие. И это не обязательно те, которые вы используете. Сами запахи были предметом исследования. В этом исследовании говорилось, и предпосылка заключалась в том, что аромат влияет на людей. В некоторых случаях это может положительно повлиять на настроение. Итак, если вы находитесь в месте или районе, где хорошо пахнет, увеличатся ли шансы, что женщины скажут «да», когда вы попросите их номер телефона? И они отлично справились с этим экспериментом. У них была выборка из 400 женщин, которых они выбирали и отвели в торговый центр, и разделили их на две части. У них были места рядом с пекарнями, кофейнями, места, которые пахнут довольно приятно, а у другой группы места, которые не имели запаха. Банки, музыкальные магазины, магазины одежды. Также участвовали 18-летние парни. Произошел отбор, в котором выбрали 5 самых привлекательных. У французов действительно был метод, которым они это сделали. Таким образом, они взяли 5 самых привлекательных мужчин, между которыми не было никакой статистической разницы между этими 5 парнями с точки зрения успеха, за исключением того, где они будут спрашивать номер. И вот, 23% удачных исходов всякий раз, когда они спрашивают в месте, которое хорошо пахнет. Кафе, рядом с пекарнями, что-то вроде 23% успеха. 13% успеха в нейтральной зоне без запахов. Может быть, это не похоже на большой отрыв, но это, очевидно, удваивает ваши шансы, господа. Итак, прямо сейчас, если вы хотите пойти познакомиться и хотите увеличить свои шансы, чтобы девушка сказала «да», когда приглашаете ее на свидание, вы просите ее номер телефона, просто переместитесь в место, где хорошо пахнет, и у вас внезапно появятся новые шансы на успех. Итак, мне хотелось бы увидеть ваши комментарии. Я расскажу более подробно об этом в статье на сайте Real Men Real Style, как всегда. И если вам интересно, в Science of Style это мини-курс в системе персонального имиджа. И вы можете проверить мой курс на уровне колледжа, где я учу мужчин, как использовать ароматы, как носить одежду, как использовать презентацию в качестве оружия, которым вы сможете получить то, что хотите от жизни. Я не хочу одевать вас, я не хочу делиться с вами материалом так, чтобы подобные вещи удерживали вас. И помните, господа, если вы предлагаете ей выйти за вас замуж, не делайте это у очистных сооружений, не предлагайте ей на рыбном рынке. Нет, для некоторых из вас, ребята, если вы рыбак или продавец рыбы, возможно, еще сработает. Но остальным из нас лучше придерживаться мест с хорошим запахом. Используйте этот совет в своих интересах. Господа, увидимся в следующем видео.